Покуль ситуация у разных районах отрознивается довольно значно. Коли у Октябрьским урожайность на первых выкопанных гектарах крыху больше 100 центнеров, то у Будо-Кошалевским свыше 400, средняя по области 250. У Гомельском районе это показчик покуль ниже, але напереди еще несколько тыдней полевых работ. У комбинате «Усход» кажут, что частка посева потерпела у вынику спякоты. Частка захворела на фитофтору. Великая розница ночных и дневных температур для бульбы это не самые сприяльные умовы. Из-за дождей, в связи с дождей у нас появляется, что она вымокает, эта картошка, и получается, что не успеваем обработать ее от фитофтору. Полностью не успели, как должное обработки, сделать обработку на фитофторе. Для того, как выратовать бульбу от фитофторы, у комбинате «Усход» за 3-4 дни необходимо было опрацевать 850 гектаров, что оказалось довольно складанной задачей. Меж тем, страчивать урожай тем больше неприемно, что сёлета на бульбу довольно значный попыт. Заказы на ее поступают навод с таких краин, как Туркменистан и Азербайджан. А прича того, у господарства по 2 тонны что день отгружают на Гомельский комбинат школьного харчевания. Причем для школьных столовых бульбу очищают и фасуют у бочки со специальным водным раствором. У таким выгляде она добро заховывается на протягу 48 годин. Закладка бульбы на зимовый период у комбинате «Усход» почнется уже на этом тыдне. Покуль же весь собранный урожай отгружается на реализацию по 44 копейки за килограмм. Это не на 6 копеек меньше, чем пропонуют уладальники просядебных участков на рынку. Сегодня у комбинате «Усход» одночасово убирают капусту, бураки и цибулю. Але наибольш значные объемы бульбы центральное сховище сельгаспрадприемства различено на 22 тысячи тонн городины, а амаль 14 тысяч за яких складе менавіта бульба. Умовы захования тут вельми значно отрозниваются от ранейших технологий. Коли осенью клубни завозили у борты, а весной до 60% их выкидывали як сапсаванные. Постоянный контроль температуры и вильготности дозволяют снизить страты у разы. Это современное картофелехранилище, оно оснащено современным оборудованием. Ну, сохранность где-то больше 90%. Олег Сентеров, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель».